пятницу в Самарской области малооблачно, преимущественно без осадков, тепло, днем плюс 19, плюс 21 градус, ночью 8-10 выше 0, ветер северо-восточный 1-3 метра в секунду. В Сызрани переменная облачность, в дневное время плюс 21, ночью плюс 10 градусов, восточный ветер 1 метр в секунду. В Тольятти небольшая облачность, днем плюс 20, ночью 9 тепла, северо-восточный 1 метр в секунду. В Самаре малооблачно, днем плюс 19, ночью 8 выше 0, северный ветер 1 метр в секунду, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 46%, в геомагнитном поле небольшие возмущения.